Доброе утро, дорогие товарищи. Смотрите, видите, брошенные машины в морозы. Морозы наконец-то закончились, и сегодня, слава тебе Господи, 28 градусов. Завтра вроде как там что-то там вроде 9, а потом вообще 6. Представляете, вот это вот я называю зона комфорта. Наконец-то я сниму свои пуленепробиваемые штаны. Ну, варежки оставлю. Поехал в город. Что-то нам скучно стало, и решил я купить какую-нибудь там настольную игрушку. Посмотрим. Кстати, кто-то писал про настольные игрушки. Надо будет записать целый ролик про нашу коллекцию игрушек. Игрушки у нас примерно, ну, тысяч, наверное, на 60 купленные, а то и больше. Да, пришел снегопад. Дворники после мороза вообще не работают. Замерзли. Хорошо хоть варежки взял. Без варежков в Сибири тяжко. Где-то что-то подмести, убрать. На самом деле метет-то хорошо. Вроде как градусов 28, а ощущается, пишет, как бы минус 40. Дубовато. У меня корефан в деревне боженит. Как не выйдет, так какие-нибудь деньги найдет. О, что-то и у меня тут валяется. Боженит, а у меня других нету. Там у тебя что-то было какое-то синенькое. У меня в основном так, одни красненькие. Видишь, я тоже нахожу иногда. Ну как иногда, почти каждый день. Я все-таки думаю, что у боженита просто в деревне все на голубенькое ведутся. А вот. А у нас в городе чуть по-другому, на красненькое. Поэтому каждый день вот выйду, раз нашел, выйду, раз нашел. А у боженита не всегда. У него где-то раз в полгода. Выезжаю на трассу, видимость, ну, 200-200 там. 50, 300 метров видимость, несет аж, ух, чувствую, сейчас на трассе будет вообще красота, так сказать. Мне кажется, что в некоторых вопросах лучше сохранять молчание и сдержанность, а то твои некоторые слова уходят тебе в ногу. Сложно управлять. Такие моменты, как бы, ладно, я привыкший, я на дороге постоянно. А вот те, кто раз в неделю выезжает в город, для них сегодня сложно. Реально сложно. Видимость даже в городе 200-300 метров. Плюс еще боковой ветер, машину нет-нет сдувает. Но вот сейчас вот были моменты, когда прям вот чуть-чуть не случилась авария. Носятся, плюс гололед. Кстати, 28 градусов как-то не чувствуется даже. Вроде 28, но вот снег и ветер, похоже, какой-то юго-восточный, что ли. Не так сильно прям холодно. Хотя метет здорово. Я думаю, что если этот... Ой, у меня даже, представьте, прилипли тормозные колодки. Странно. Как-то это странно. Почему? Замело всю жопу, блин.
это что-то, наверное, как-то... Теплеет, что ли? Ну-ка, сейчас попробуем. Во! Опять прилипли. Забавно. Вообще, как бы на улице мороз. Что за залипалово? Я понимаю, если бы я на мойку заехал, с мойки выехал, включил. А, короче, без разницы. Ну вот и все. На сегодня хватит. Покатались, город посмотрели и тому подобное. Все, ребята, давайте всем пока. Зона комфорта продолжается.